Туда их. Стрелял. Я? Да. Стрелял. Разумеется, я из этой пушки я стрелял пистолетом гвоздем. Вот видишь, просто гвоздь к стенке пристрелил. Господи, зачем? Ты просила. Я? Я просила? Что просила? Гвоздь просила. Но туалетная бумага, мол, на бачке лежит. Да ты именно давно ворчала. Когда? Нам ведь подарили прекрасный держатель для туалетной бумаги, японский. Вот теперь будет куда его привесить. Юра, с тобой что-то в последнее время происходит. Надо же гвоздь прибить. И так несуразно высоко. Промашка вышла. И в такой поздний час. Так уж получилось, Оленька. Потом некогда будет. И в такое позднее время. Дай мне. Ты чего сегодня? Чего я? С перегула, что ли? Женечка, нам крестьянам не положено. Лизок, свадьба-то с барабаном будет? Чего? Спрашиваю, свадьбу как заказывать? Да так, по нынешним временам от души. Значит, с барабаном. Слушай, Гош, а ты все о кубышке своей печешься? Надо, Женечка, необходимость. И сколько накопил? Ой, много, Женя, много. На, держи. Стащи два языка, незаметно будет. Не хочу. Мать и так на убой кормит. Говяжьи языки, дурачок, телячьи даже. Сказал же, не хочу. Нет, ну чего ты? Чего ты? Смотреть на тебя тошно. Зачем ты тогда вообще жениться собираешься? Испсиховался без нее за 2 недели. Истеричка, ей-богу. Мавр венецианский с филфака. Лизочка, птичка. Лично я язычки говяжьи очень уважаю. И что? Угощай только и всего. Тебя не будут оценить. Агошка. А Игорёчек серьезно к своей девочке относится. Mm-hmm.
Главное, чтобы она к нему серьезно относилась. А за чувства и горечка я спокоен. Стоны на потом прибереги. Рано стонешь. Я же видел твою избранницу. Лиза, ты видела? Кого? Гошкину пассию. А ты, толстяк, просто завидуешь. Тебе такая никогда не достанется. Может, снимем этот разговор, а? Нет, это даже интересно, какая такая? Чистая и нежная. А ты выше моего вульгарного уровня не тянешь. И слава богу. Ночь давно. Общий отбой. На Ипатова у себя, кажется. У себя. Я на минутку, Зинаида Яковлевна. Я пешком, вы лифт не включайте. Ольга Макаровна. Юрий Степанович. Ольга Макаровна. Привет, входящему. Привет. Ольга Макаровна. А, Игорек! Здравствуй, здравствуй, душенька, здравствуй. Добрый молодец, вечер. Что не забываешь. А Ольга Макаровна вышла куда-то к соседке. Сказала на 10 минут, но это, считай, никак не меньше полутора часов. Так уж заведено, к счастью. Я спросить хотел. Что? Я спросить хотел, Юрий Степанович. Наташа не звонила? Звонила? На прошлый.
прошлой неделе. А как же? У нее все замечательно, она очень довольна. Сплошной восторг! Да нет, на прошлой неделе я с ней тоже говорил по телефону. А потом? Потом? Да. Потом... Потом мне звонила. Там у нее как-то соединяется туго. И молчит телефон. Понимаешь, какая незадача? Молчит, звереныш. Как у тебя дела, Игорек? Давай, рассказывай все подробно. Должен же я поближе узнать своего будущего. Муж дочери, как называется? Не знаю. Вот и я не знаю. Вот и я не знаю. Вот и я не знаю. День проходит безвозвратно. Понимаешь, это брат мой. Здорово, мужики. Здорово. Привет. Навсегда. Так течет в реке водиться, не умыться, не напиться. Вот беда. Как не быть, куда мне деться? Сколько зеркальцу вертеться? Подскажи. Вот уж и за рощи дальней месяц шлет гонцов печаль. Понимаешь, как наши. Алло, девушка, мне Ялта нужна. С квартиры в кредит. Да нет, по автомату не получится. Добавочный номер нужен. Пансионат находится вне города. 31573. 254-7208. Да нет, нет, не сейчас. Примите заказ часиков на 7 утра. Спасибо. Чего скинулся? Не шуми. Отец недавно лег. Разбудишь. Да я и не шумлю. Гоша, а почему ты прямо сейчас с ней не поговорил? С кем? Ну, с Наташей. Что, боишься? Совсем рехнулся. Чего мне бояться-то? Вот и я спрашиваю, чего? Отстань, Колька. Спать пора. Ну, я-то чувствую, как она к тебе относится. Ну и как же? Ну, честно. Интересно, как ты догадался? А очень просто, по себе. Другие со мной сюсюкают, конфетки, игрушки подсовывают, но глаза отводят. А она прямо смотрит, совсем без жалости, которую терпеть не могу. Пророк Каляша, ни черта ты еще в жизни не понимаешь. А ты поменьше сложностей городи. Да это не я горожу. Жизнь. А мне барьер за барьером брать приходится. Усек. Старт у меня неблагоприятный, Коленька. А финиш какой будет? А вот этого уж я не знаю. Ну и глупо. Что глупо? Да бежать не знаю зачем, глупо. Да все бегут, Коленька. Все бегут. Но, конечно, не за тем, чтобы после школы учительствовать где-то в тьму таракани. Знаешь, до армии как-то все просто было. Нравилась соседка, я ей. И никаких тебе перспектив, ничего конкретного. А теперь здрасте, повзрослели. И вычисляете? Да нет. Просто, знаешь, настороженность какая-то. Да спи ты, елки-палки! Настороженность. Разве можно любить настороженно?
Доброе утро! Здравствуй, Наташа. Гошка! 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 Игорь! Гошка! Алло. Да, заказывал. Спасибо. Номер не отвечает. Номер пуст. Ну и что, дурачок? Море ведь рядом. Какой тут сон? Купается она, только и всего. Ну да, разумеется. Водные процедуры в 7 утра. Смешной ты человек, брат Николай. Нет. Это ты смешной человек. Но запросто можешь стать злым. Минутку. Жильцов сегодня кормим по буфетам. У нас спецобслуживание. Ну, пусть спецобслуживание. Проходите, Натали. Стражник у нас новенький, молодой еще. Своих не изучил. Тренируйся же, Игнатич. Ну, вы уж и Сарта вспомнили. Когда это было? Совсем недавно, да, Наташа. Спасибо. Совсем недавно. Ничего, ничего. И Кафка, и Бекет. А ну, Ионеско, и Сартр. Вы только еще собирались родиться, а страсти уже вовсю бурлили, тем не менее. Тем не менее, вы, Павел, Павел Васильевич, ошибаетесь, четко разводя отношения к детерминизму по авторам. Или на невежество мое рассчитываете? Вы прелесть. Товарищ, а по-нашенски говорить можно? Я понимаю, Павел Васильевич дипломат. Но мы-то с тобой, Наталья, из Черноземных губерний. А я разве не по-русски говорю? Конечно. Как там? Детерминизм. Диночка, это всего лишь теория влияния, взаимозависимость. Детерминизм. Поняла. Кого винить, кто виноват, это вопрос не вечный, не главный. Надо просто жить. Наслаждаться эмоциями, руководствоваться чувствами, а не копаться в вопросах бытия. Допускаю, что писатель за это получает неплохие деньги. Вот это по делу. Понятно? Дела, дела. Все понятно. Ты же не поймешь. Милая, беззаботная прямолинейность молодости. Завидую. Сбросить бы мне сейчас это годочка в 20. Для чувств и эмоций. Вот время неудобно. И что тогда? Что тогда? Лучше не спрашивайте, Диночка. Тогда короткая телеграмма родителям Натали. Едем в Скандинавию, не волнуйтесь. Наташа, Паша. Точно. Телеграфируйте тогда. Не ейным родителям, ейному жениху. Вот приглашение.
Свадьба чин-чинарем, без всякой сексуальной разнузданности. Да? Наташа, что, действительно свадьба? Ага. Через месяц. А может быть и раньше. А кто же сей счастливчик? Обычный советский юноша. Без скандинавского акцента. Не выдающийся, но надежный. Ну что ж, пожалуй, в этом есть свой шарм. Не выдающийся, надежный, даже свой резон. Человека формирует обстоятельства, семья. Правильно, Наташа? Ну что ж, девочки, спасибо за беседу. И все-таки я рискну пригласить вас на очень интересную прогулку. Это смотря куда. Ну, конечно, не на дискотеку. Ну, куда может пригласить неэмоциональный человек моего возраста? Вы в домике Чехова бывали? Нет. Только не сегодня. Дин, ну почему не сегодня? Я давно хотела. Я тебе потом объясню. По секрету. И вообще давно пора загорать. А мы тут фирменные штаны просиживаем. Так-то, Юрик. Второе упражнение. Поднимаясь на носки, будем медленно поднимать руки. А, Зинаида Яковлевна, кстати. Ну, расслабляйся. Здравствуйте. Сгибай их сначала. Юрий Степанович. Здравствуйте. Что-то я забыл. На улице Чайковского. Каким троллейбусом надо ехать? Как же вы так забыли это? Вот смех. Это же самый центр. Да я сегодня без машины, но так вышло. А, вот видите, и режим вам нарушили. А это, Юрий Степанович, вы сейчас садитесь на 14 троллейбус. И прям доедете. Вам до какой остановки нужно? А, ну остановку я сам знаю. Спасибо. Мама! Игорь, Гошка! Мама! Что, Коля? Садись, что с тобой? Мамочка, смотри, Юрий Степанович опять без машины. Локти в стол. Ой, Коля, глупости-то какие. Мам, чего? Юрий Степанович, он увидел. Так ведь без машины. Затерроризировал ты всех на своем насесте. Только ведь задремала. А до твоих воплей весь дом стонет. Мам, отец где? На работе где-нибудь. Да, Гошенька, пойми, Юрий Степанович в последнее время совсем другой стал, а ты не видел. Четыре, раз, два. Гош, принял, что ли, вчера? Ну, мама, невозможно же, невозможно так! Ты каждый раз задаешь одни и те же вопросы, а я как заведенный отвечаю. Сегодня опять свадьбу работать, а вы с Коленькой доканываете. Невозможно так! Все. Больше не буду.
Не буду. Не нервничай только. Ну, мама, я не нервничаю. Нервничаешь? Наташка-то когда возвращается? Скоро, мама, скоро. Значит, не знаешь точно. Мама! Все. Молчу, молчу. Спи, отсыпайся. Спи. Завопи мне еще. Что хихикаешь? От жизни, мамочка. Ты представляешь, жизнь. Только тихо. Передайте, пожалуйста. Здесь кассы нет. А как же? Оплатить ведь надо? Оплатить надо. Талончик апостировать. Талончик? Ну да. Вы, наверное, приезжий. Возьмите, у меня много. О, спасибо. Спасибо большое, пожалуйста. Да не надо, ну что? Ну как же, ну что, вы меня выручили, спасибо. Ну раз вы так настаиваете. Спасибо. Закомпостировать надо. Простите, что? Закомпостировать надо. Как? А, да. Закомпостировать? Вот здесь вот, пожалуйста. Да. Будьте добры. Благодарю вас. Штрафуют приезжих. Они бедные не в курсе. Товарищи, кто последний? Добрый день. Меня вызывают. Пожалуйста. Вот акт бухгалтерской экспертизы. Это я знаю наизусть. Да. Ну и что же дальше, Сергей Валентинович? Дальше? Дальше свечку поставьте. Не знаю, кому, Богу или дьяволу. Вы остаетесь только как свидетель. Не обнаружено в ваших деяниях личной корысти. Ну и кому все-таки свечку ставить, не подскажете? Угоднику какому-нибудь. Угодники, они ведь только в древности страдали. А вы вот, например, сухим из воды выходите. Не вижу аналогии. А что тут видеть? Начальник главка, ваш столичный друг, гражданин Корытко, очевидно, на полную катушку загремит. И тоже не без помощи угодников. А страдание гражданина Ипатова — потеря кресла и начет. Сколько на вас там насчитали? 7342 рубля 50 копеек. Ну да, вот именно, 50 копеек. Всего-то. Ну вы покопайте глубже, может, и меня посадите? Вот пропуск. Надеюсь, на суде от своих показаний не откажетесь. Как же я могу отказываться от того, что исполнял приказы, которые получал? А вам не стыдно было их исполнять? Вы же интеллигентный человек. Начальник областного управления крупнейшего министерства. А на поверку марионетка на ответственном посту. Столько лет фальшивить, по первому звонку будет сделано. Ведь вы же все видели, все понимали. Но это я от себя лично. Позвольте, но где вы столько лет были? Вот вы, Сергей Валентинович, конкретно. Или вы не видели ничего столько лет? Или со звонками иначе обстояло. Это сейчас мода пошла такая, чуть что фонтанируете хором о честности, интеллигентности и правде. Это, извините, я тоже от себя, лично. Да, самые простые вещи стали самыми сложными. До свидания, Юрий Степанович. Когда понадобитесь, побеспокоим.
Адрес только новый свой сообщить не забудьте. Непременно сообщу. Как только узнаю адрес, сразу же. Здрасте. Отстрелялись, товарищ Пас? А я маюсь. У меня аж на 16:30 повестка. Всегда в последних рядах. Ну что ж так рано пришли, с Кочкин маялись бы дома? Ну, здесь как-то мается интересней. Все знакомые лица идут и идут. Все по одному делу. Родные, можно сказать, лица идут. И опять же, в курсе надо быть, что сказать, чтоб сошлось, как в аптеке. Что как в аптеке, Скочкин? Показания. Мы ж не преступники какие. Свидетели. И опять же, по-новому, самокритично. В русле, опять же, требований, установок. Дома в русле лучше получается, Скочкин. Не скажите, Юрий Степанович. Ох, тяжелее дома. Супруга поедом кушает. А ваша, если не ошибаюсь, Ольга Макаровна, кажется, да? Не ошибаетесь, Скочкин. Ну, ваша сильнее переживает. Ваша виноват, крушение, оно масштабнее. Не переживает, Скочкин, и вообще. Дайте мне подышать воздухом, спокойно. У меня допросы кончились, ясно? Ясно. Вот и идите. Куда? К чертям собачьим до 16:30, а потом к следователю. Хватит, Юрий Степанович. Я свое по чертям собачьим отбегал. Год ждал после новых этих установок. Еще почти 2 года ждал и дождался. Теперь наше время. А вы свои павлиньи хвосты поприжмите. Начальнички. Трубадуры. Ах ты, Скочкин сын. Нас смотреть не надо. Нам бы справочку только. Ольга Макаровна, поглядите, опять всего обнесло. Лучкина, вы заняли очередь? В третьей сижу. Вот и сидите. Всех приму в порядке очереди, а смотреть буду в кабинете. Мама, что за шум? Всех приму в порядке очереди, не шумите. Света, проходи. Так она же за мной занимала. Семеренко, а вы почему пришли сегодня? Вы не знаете, что сегодня грудничковый день? Придете завтра, приведете Володю в среду. И вообще учтите, я на вас бюллетень больше не выпишу. О. Ну и доктор. Ну и доктор. Слепота спорит бесполезно. Ну, вот и все, вот и все. Ты моя девочка. Ты посмотри, какая у нас хорошая девочка, Светочка. Ты посмотри, есть. Какой котеночек. Ну, ты посмотри. Ну, золото. Золото одевай. Одевай. Золото. Золото у меня грудь плюет. И молоко все голубое. А ты побольше подергайся, да покури. У тебя зелененькое молочко брызнет. Да. А без дедушки фиолетовая. Значит, придет сестричка, она тебе объяснит, как прикармливать. А без отца? Знаешь, Свет, пройдет время, ты не заметишь, как она тебе подругкой станет. Вы еще мужа и на пару подыщете. Вам хорошо рассуждать замужним. Каким ты сказала? Замужним. Ну, Света, ты прямо как домострой. Муж он что? Чем дальше, тем дальше. А то и совсем уже не видно. А дочка всегда рядом, всегда с тобой, всегда радость. В этом главный смысл. Конечно. Посмотри, какая у тебя доченька.
Привет, Оленьке. Пусть держится. Спасибо. Вчера прямую трансляцию видели? Как там лихо министра этого пропечатали? Здравствуйте. Здравствуйте. Явление Анны Карениной в ложу опера. Ты все не зубоскалил. Квартиру с его помощью получил. Вернуть прикажете? Ну и подлить хотя бы. Да. Куда тебя несет? Поберегись. Аккуратней, товарищ. Левее. Еще левее. Здрасте. Здрасте. Не напирай. Алло. Юрий Степанович, это вас. Ой, простите, это товарищ Смирнова. Смирнов перезвонит вам до двух. Да, я записала уже, обязательно. Всего доброго. Простите, у вас отвертки нет? Есть. Дайте, пожалуйста. Годится? О, самое то, спасибо. Да, Ниночка, да. Стоял-то долго? Да не очень. С полдвенадцатого занял. Здравствуйте, Юрий Степанович. А, приветствую, Олег Данилович. Звонки были? О, да, пожалуйста. Спасибо. Вот туда ее. Прошу. Это моя. А, пожалуйста. Пойдемте, Юрий Степанович, поговорим. А, ну что ж, поговорим. Прошу вас. Спасибо. Прошу. Вы учтите, Фролов в министерстве остался, он там крепко держится. А ведь именно он очень многое негласно определял. Правда, в последнее время на всех углах кричит о свежем ветре перемен. Спасибо, учту. Ну, давайте лучше о вас. Обо мне что? Дел не было, были деяния. Ну, тут уж... Не-н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 е. Все, спасибо. Все происшедшее, я считаю, закономерным и, по сути, дело справедливым. И весь вопрос в том, как жить дальше. Я созванивался с министерским управлением кадров. А Жокин Петр Дмитриевич там? Он-то на месте? Да, он на месте. Вот он, мужик, действительно толковый и честный. Жогин предлагает для вас два варианта. Даже так? Вы можете поехать в соседнюю область, на Дорожковский завод. Есть там у нас завод небольшой. Ну, знаю заводик. И в каком качестве? Зам по производству вас устроит. Там сразу квартиру дадут. А второй вариант? Второй? Ну, это даже не вариант. А что? Просто работа по специальности, согласно диплому. И когда я ответ должен дать? Ну, не знаю. Сколько по закону вы имеете право не работать, чтобы непрерывный стаж не потерять? Ну, вот в этих пределах, наверное. Хотелось бы подумать. Если вы не будете возражать, Олег Данилович, я бы хотел сходить на здешний завод. Я здесь, видите ли, начинал в цехе. Может, назад возьмут? Ну, разумеется, согласно диплому. Ну что ж, я не возражаю. Мой звонок на завод нужен? Нет, ни в коем случае. Согласно диплому, так согласно диплому. Единственный вопрос это с насчетом. Дело в том, что сбережения у меня шиш, ну, рублей 700. Своей машины никогда не было. Так что единственная возможность – это вычеты из будущей пока зарплаты. Впрочем, если поскрести, может, и удастся аккордно внести хотя бы половину. Вы меня просите, что я к вам с таким ничего, вопросом... Ничего, ничего. Ну, надеюсь, вопросы это я решу. Правда, сейчас в новом кру такие въедливые тетки. И их уважать следует. А в остальном, если вы чувствуете себя правым, не бойтесь, Олег Данилович. Страх разъедает все. И доминует вас тогда участь моя. О, подключили наконец. Смирнов слушает. Что? Да вы что, сами не можете инициативу проявить? Да какая к чертям собачьим инструкция? С какой стати Голубкин вас ко мне отсылает? Нет, Александр Аркадьевич, в этот вопрос я даже вникать не буду. Не я, а вы перезвоните Голубкину и без всякой ссылки на меня объясните, в чем ваши обязанности, а в чем его. Прощайте, Ниночка. До свидания, Юрий Степанович. Договорились.
Здравствуйте. Здрасте. Наш день в гастрономе на среду перенесли. Вам, Ольга, да? Макарна, 97 рублей 72 копейки. Неудобно. Спасибо. Да. Очень плохо. Да. Получите. Ну что ж, прошу вас. Спасибо. Распишитесь. Ксения Львовна, здравствуйте. О, здравствуйте, Ольга Макарна. Я ваша должница. Вас не было в прошлую зарплату. Да, приболела. Знаете, но ничего, не сдаюсь. Бегаю, обтираюсь холодной водой, слежу, за собой стараюсь. Замечательно. Что? Все. Ольга Макарна, отстрелялись. Товарищи медики, попрошу всех подойти сюда. Товарищи медики, берите, пожалуйста, пример с Ольги Макаровны и папы. Мы все и берем. Берете. Но не даете. А ваш коллега ежемесячно платила мне всего лишь несколько рублей. Всего лишь 15 лет платила. И сегодня, в канун дня свадьбы ипатовской доченьки, госстрах преподнесет ребенку подарок. Целых 5000. Сколько? 5000. Да. Плюс 3% годового дохода. Поздравляю, Ольга Макарна. Спасибо. Да, деньги. Уленька, поздравляю. Спасибо. А что за страховка? Страховка, пожалуйста, на любой вкус. Прошу вашего внимания. Обычный есть для себя и для детишек. К совершеннолетию страховка имеется в большом диапазоне суммы. К бракосочетанию богатый выбор. Я уже не говорю о машинах и мебели. О себе не думайте, подумайте о ваших детишках. Они все-таки должны жить получше, чем мы. Не правда ли? Конечно. Товарищи медики, вы лучше меня знаете, как уязвим и не вечен человек. Он смертен. Спасибо. Познакомьтесь, пожалуйста, с условиями страхования. И познакомьте других товарищей. Не проходите мимо страхового агента в день зарплаты. Поздравляю вас от всего сердца. Спасибо. Полы-то мыть можно, доктор? Да. Может быть, ко мне поднимемся? Там никого нет? И убрали. Да нет, ни к чему. Оля. Оля. Меня сняли с работы. Я чудом не оказался в тюрьме. Придется выплатить большую сумму денег и... Еще что? И придется... Сдача с квартиры там. Ну, в общем, придется сменить жилье. Вот, в общем... А подниматься нам незачем, тем более ты сказала, там убрали, а мы натопчем. Да. Если ты не хочешь подниматься, то не будем. Ой, зонтик вот есть. Да, дождь пошел. Да. Я как чувствовала, и из ремонта взяла. Одна спица сломана. Одна спица? Одна спица. Это все? Все! Представляешь, как я себя возненавидела, если бы бросила работу и стала женой на выход, как ты этого хотел. Господи, как стыдно. Да, я понимаю. Освистанный актер – это постыдное зрелище. А ведь как верили в пьеску, с каким увлечением играли, под какие бурные аплодисменты. Мне за себя стыдно. Ну, ты это зря, Ольга. Тебя упрекнуть в лицедействии никто не посмеет. Со стороны? Да, конечно, не посмеет. Но я-то в душе знаю, что была соучастницей. В чем? Хотя бы в том, что произошло сейчас. Ой, не выдумывай, Ольга, не выдумывай. Эти, гости, эти бесконечные ночные разговоры, эти подарки ни с того ни с сего, эти дорогостоящие тряпки для меня и для Наташи. Слава богу, она ничего не понимает. Она считает, что все чисто и так и должно быть. И ты в последнее время какой-то притихший, но я-то, я знала и скрывала.
И как быть дальше? Ну, как быть дальше, Юрочка? Зарплату получила. 97 рублей с копейками. Будем снова жить иначе. Как-то. Тяжко. Вставать не падать, Юрочка. Пойдем домой. Кажется, дождь кончился уже. Спасибо, Ольга. Не за что. Пока, Юра. Пойдем домой. Оля, а ведь почти два года бежали круги по воде. Наконец и до моего берега докатились. Хорошо, что у меня врагов еще не очень много, иначе суши сухари. Да, враждовать это неумело, это правда. А зачем ирония? Разве это плохо? Или лучше не свидетелем, а подследственным? А ведь достаточно было одной зацепки, даже подтасованной. Юрочка, здесь нет никакой иронии. Ты действительно очень удобный человек. Тебя должны все любить и жалеть. Я ждала, что этот домик развалится как-то иначе. Какой еще домик? Наши отношения, Юр. В последнее время они держались только на Наташке. Знаешь, как на лозунге в женской консультации. Ребенок – фундамент семьи. Оля, а при чем сейчас ты семья? Я тебе говорю о другом, понимаешь, совершенно о другом. А ты будто не слышишь меня. Да я слышу. Я боялась, Юр, я боялась развала. Ой, я ждала его со дня на день. Ну, через месяц, думаю, после Наташкиной свадьбы... Ну, час от часу не легче. Ну, хорошо, ладно, пусть будет семья. А какие у тебя основания были для опасений? Я ничего не понимаю совершенно. Юрочка, ты прекрасно все понимаешь. Что, черт побери? То, что происходило в нашей семье. Медленно, постепенно, скучно. Это знаешь, как в ванной комнате потолок отсыревает с уголочка. Юра, ну мы лгали все время друг другу. Ну без вранья лгали. Я не имею в виду измены. Нет, не измены. Так о чем тогда речь? Ну о том, что происходит во многих семьях. Юра, ну мы чужие друг другу стали, понимаешь? Ну пойдем, ладно, а то... Идем, Юра, а то граждане смотрят. Идем. Формально мне была уготована роль пошленькая и заезженная. Этакой шикарно обставленной дамы, вечно чем-нибудь недовольной. А жена крупного деятеля требует от своего супруга, фанатично преданного производству, не только денег, но и любви. Слушай, Оля, это что, шок у тебя, да? Или ты издеваешься надо? Я рада, я счастлива. Ты совсем отупела от своих этих управленческих трагедий. Ты совсем ничего не понимаешь. Ты не понимаешь, что твоя эта драма, это фин судьбы. Ты теперь мала. Оль, мне кажется, ты все-таки до конца не осознала, что произошло. Я дурак, 2 месяца почту первым доставал. В подвеске прятал, таился. И все время ждал развода скандального, чтобы почувствовать себя жертвой трагических обстоятельств. Знаешь, что мы сейчас сделаем? Что? Кино пойдем. Куда? Кино. На последний сеанс. На какую-нибудь дурацкую импортную комедию. Да, достойный финал карьеры. Ты надела праздничное платье. Чехов умер, когда им было 44, а на фотографиях совсем старик. Мой отец старше, еще ху-ху. А вы насколько старше, Павел Васильевич? На 5 минут. Хорошо. Thank you. Так, пардон, девочки. Небольшой конфуз. Тачку не надо было отпускать. Минуту. Уважаемый. Не пускаю. Да? Третий раз из Пензы приезжаю. В разгар сезона. И каждый раз, как назло, за санитарное состояние барбаете. Я вам скажу, невероятная чистоплотность. Извините нас.
такая дача пропадает. Хотя бы на две семьи, как хорошо было бы, а? Прошу любить и жаловать. Здешний садовник. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня я один. Ну что ж, таких красивых людей можем пустить. Прошу. Пошли. Люди, возьмите меня с собой. Пожалуйста. Честное слово, я не отдыхающий. Это прежде должно быть интересно. Я филолог. Да, мне обязательно в дом попасть надо. Так, прошу. Мне лично более всего этот экспонат нравится. Марки почтовые. Антон Павлович из всех писем вырезал. Связывал десяточки. А десяточки в сотни формировал. Странно, проще было бы в альбом собирать. Да не проще, любезный. Так увязывать оно со смыслом выходит. Да какой же тут смысл? Даже стоимость не определишь. Смысл, барышня, ясный. Антон Павлович этим занимался, чтоб не взвыть. Не взвыть. Оригинально. Само собой. Чтоб от тоски не взвыть. В гостей здесь караван проходил. А поговорить по-свойски Антон Павловичу не с кем было. Садовники все. Турки у него служили. С ними, с турками разве, перекинешься по-свойски словечком. А супруга, значит, книпер. В театре служил, так и продолжал служить. Вот она. Теперь тоже караваны людей идут, только без меня. Вот почему писателя по путевкам разглядывать, а? Художник ведь не бабочка на иголке, правильно я говорю? Уважаемый. Нельзя. Нельзя так, Дуся. Чего нельзя? Несправедливости надо бояться. Как в письме написано. Надо быть чистой в смысле справедливости. Совершенно чистой. Тем более, что ты добрая. Очень добрая. И понимающая. Вы тут глядите, я ведь не экскурсовод. Только двери застегивать требуется. Вот так. Thank you.
Привет, ходящего. Привет. Заткнись, дурак. Дурак? Прости. Так. Ну что? Тут барахла 1500. Вот, спрашивается, зачем ты подарил мне этот вечерний костюм? Ну, Франция все-таки, Инга достала. Вот именно, что Франция и Инга. Я за 3 года его ни разу не надела. Теперь придется Ингу вызванивать и умолять перепродавать. Ну, не знаю, Оля, это твои дела, не знаю. Конечно, мои. Ой, мама, я ее 10 лет не видел, думал, на старой квартире забыли. Она в этом завале. Как и не пожила у нас. Я всегда говорила, пусть мама живет с нами. Она сама не захотела мешать. Что-то ты синюшный, милый. Голова дико болит, чего бы выпить. Ты свое уже отпил. Надо давление померить. В этом бардаке все равно тонометра не найти. Ну зачем тонометр? Спустись. 50 грамм коньяку. Юрочка, спустись к Зинаиде. Она обожает врачевание. Слушай, ну не мудри, Оля. Не мудри! Юра, я прошу тебя, спустись вниз, смири давление. Ты мешаешь мне, путаешься под ногами, мешаешь квартиру громить, спустись! Значит, сняли. Откуда вы знаете? Ах, Юрий Степанович, я ведь до того, как меня на пенсию проводили... 2 года еще в отделе кадров поработала. А когда оттуда проводили, сразу сюда села, ведь я все знаю. 150/90. При таком цветущем виде. Ведь это же ясно, что сняли. Да, в наблюдательности вам не откажешь. Но вы не расстраивайтесь. Не расстраивайтесь, Юрий Степанович. Вы знаете, у меня есть такое народное средство, изумительное. И давление как рукой. Что же это за средство такое? Значит так, вы берете 3 грамма мумья, 10 ложек спирта на прополисе. Угу. И туда льете масло облепиховое, хорошенечко размешиваете. Угу. А потом 2 столовые ложки хорошо протертых перепелиного помета. Чего? Чего? Ну это перепелиный помет. Который перепела производит. А помет-то зачем? А это инструкция такая. Иначе продукция действовать не будет так эффективнее. Вы меня, Зинаида Яковлевна, озадачили. Ну, допустим, у нее прополис, облепиховое масло. Я достану. Даже спирт. Но где же перепелиный помет взять? А это я вам все скажу. Вот у меня есть один знакомый. У него и телефон, и постоянная прописка. Какой знакомый? Ну, пометчик. Кто? Ну, я же вам говорю, пометчик. Вот он как лето, как законный отпуск, рюкзак на плечо и поехал за перепелиным этим пометом. А мне его рассказывала мать родная. Ух, и деньгу они оттуда везут. Да где же он берет-то, ну, этот перепелиный-то, ну, помет, и что, с другим не путает? А это места надо знать. Вот эти вот, там, где они такуют, перепела, это засекречено. И вот как раз за этот секрет люди деньги и платят. Ой, спасибо, Зинаида. Выручили. Даже голова прошла. Пишите телефон. Я сейчас телефон напишу и адрес, только вы никому не рассказывайте. Я серьезно.
Это вы, сами того не подозревая, надежду дали. Я может, к вашему знакомому ученики подамся, если возьмет, конечно. И визитные карточки новые закажу. Ипатов Юрий Степанович, пометчик! Маман, мама, иди сюда скорее. Мама! Ну, чего тебе? Ужин поставила, жарится. Отец придет, будем есть. Или подождать не можешь? Да я не про ужин, мама. А чего тогда? Да я к выводу грандиозному пришел. Гошка-то наш умница. Башковито-то старший сын попался. Господи, а то я не знаю. Да нет, ты постой, послушай, послушай, что он пишет. Лицемерие удерживает общество от размузданных страстей и делает страсти привилегией лишь самого ограниченного меньшинства. Господи. Слушай, не перебивай. Пока разнузданность страстей не выходит из пределов небольшой и плотно организованной корпорации, она не только безопасна, но даже поддерживает и питает традиции изящного. Изящное погибло бы, если бы не существовало известного числа отдельных кабинетов, в которых оно культивируется в минуты, свободные от официального лицемерия. Но разнузданность страстей становится положительно опасной, как только она делается общедоступной. Это Игорь так заворачивает. Ну? Умно? Умно. Ничего не поняла. Как будто и не мой ребенок. Это ж не дай бог отец прочтет. Ой, одно я знаю, выгонит его из института, как пить дать выгонит. За общественные эти наслоения, за кабинеты эти ресторанные. Халтура все это, на свадьбах, оттуда все. Не выгонят, мам. Это он писателя цитирует, Щедрина. Чего делает? Салтыкова Щедрина цитирует, господ Головлев. Да что ж ты мне голову-то морочишь? У меня ведь ужин на огне. А для того и морочишь, чтоб подгорело. Я при жарке люблю. Ох ты! Ой. Некогда мне было думать о Боге и о душе. Время на размышления мне никто не отпускал. Я, Ольга, знаешь, кем работал? Я лифтом работал. Да, лифтом именно. С максимальной нагрузкой. Лифт-экспресс. Чудовищное это занятие. Сверху кнопку нажали, вызвали. Мчу наверх, получаю ЦУ, спускаюсь вниз, в кочегарку, подаю пару, быстренько поднимаюсь в аэропорту и снова вниз проверить, чтоб котел не лопнул. Туда-сюда, 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 туда-сюда. Опустошающе, Ольга. Мучительно, изматывающе. Но виноват. И липовых заводов я не строил. Я работал. Я работал. Только не было вот окна, чтобы задуматься по большому счету, понимаешь, Оля? Не было окна. Не мог я себе позволить расслабиться. Понимаешь, я не мог себе позволить расслабиться. Ты понимаешь, Олечка? Оля! А? Что ж мы дочке-то скажем? Вот-вот вернется. Правда, наверное, скажем. Она девочка сильная, умная, тонкая, должна понять. Ты думаешь? Уверена. Потом она в тебе души не чаяла. Любила, кажется, больше, чем меня. А почему ты говоришь в прошедшем времени? Что в прошедшем? Ну, любила, не чаяла. Почему глаголы в прошедшем времени? Глаголы.
Боже мой, оговорилась просто. Не хватало, чтобы ты еще мнительностью заболел. Ну, прости, Олюшка. Прости. Прости. Оля. Оль, вот ты просила тише, мол. Ну, давеча просила. Тише. Но ведь и так тихо. Телефон молчит, которую неделю молчит. Я еще шефом был, а телефончик смолк, как отрезали. Скончался раньше абонента. Закономерность, да? Ты бы, Ольга, обо всем давно могла бы догадаться сама, только по этой тишине. Слушаю. Да, это мой номер. Ах, Ялта? Соединяйте. Алло! Алло, Ялта! Алло! Что? Какое повреждение на коммутаторе? На чьем коммутаторе повреждение? Ну так пусть нам в Ялте перенесут разговор на утро. Черт знает что, даже этот разговор не переносят. Наташа, доброе утро. Доброе утро. Васильевич, отдыхайте. Этот абзавен патрисом фильм Спиритус Санкт Амин. Пускай тебе грехи твои
мама, Гошка, иди сюда скорей. Мама, Гошка, к нам Ольга Макаровна идет, я серьезно. Правда что? Ну? Мама! Мам! Мама, бросай свое рукоделие, Ольга Макаровна сейчас поднимется, а ты здесь со своей бахромой, давай быстрее, мам! Мам, ну я прошу тебя! И фальшивые деньги рисую, или уж надомная работа не работа вам? А ты-то чего здесь? Ну, может, она с Курганским институтом связалась? Я же здесь лицо заинтересованное. Лицо заинтересованное. Связалась уже, связалась. Очередь льготная, вызов прислали. Такое для нас дело. По гроб жизни обязана буду. Ну, может, раньше до осени примут? Коль, не зарывайся. Другие-то вон по много лет ждут. Родственники, не суетитесь. Наташка, наверное, телеграмму прислала или позвонила, не надо волны. Садитесь, садитесь, Ольга Макаровна. Ни разу у нас еще не чаевничали. Нет, нет. Гош, нет. Чайник быстренько поставь. Не надо, Игорь, я на минутку. Ну вот опять на минутку. Как-то не по-соседски, не по-родственному. У меня 17 вызовов, Мария Сергеевна, так что я еле-еле успеваю на прием. Жаль, Геннадия Петровича нет. Геннадий Петрович теперь все время на работе. Дом только отсыпается. Совмещенку разрешили ему. Так что вот, с деньгами теперь полегче будет. Ну, мама. Что, мам, что, мам? Я-то при своей надомной работе много ли получаю? Когда 70, когда 80? А ведь три мужика в доме, это три мужика. Да вот. С Коленькой в Курган на сколько надо ехать? Вы как думаете, позволит мне там нянечкой какой уборщицей подработать? Угол-то я найду, это я устроюсь. Подработать бы дали. Ну, конечно, дадут, Мария Сергеевна, обязательно. Игорь тоже пока каникулы от какой-то там конторы на свадьбах играет. Тоже копейка. Бюджет семьи, так сказать, будущий. Мама, ну что ты растарахтелась со своими копейками? Человек пришел, а ты ей рта не даешь раскрыть. Вот, вы видите, как он со мной разговаривает? При отце-то остерегается так, на мать голос повышать. Вы знаете, я вообще пришла сказать, это, конечно, дело Игоря и Наташи, но... Вы, Мария Сергеевна, и ты, Игорь, обязательно передайте... Геннадию Петровичу. Вы должны знать, обстоятельства в нашей семье некоторым образом изменились. Ну так что же? Обстоятельства. Обстоятельства, они всегда меняются. Мать, ну можешь ты помолчать хоть секунду? Молчу, молчу, молчу. Наташа еще не знает. Но с квартиры, видимо, мы в скором времени переедем совсем. И тех условий для ребят, которые сейчас, уже не будет. Юрия Степановича... Юрия Степановича с работы сняли. Вот. Так что, что будет в дальнейшем смутно... представляется. Да. Ах, несчастье-то какое. А я-то, дура, думала, что снимать давно кончили. Беда какая. А вы не казнитесь. Ольга Макаровна, не казнитесь. Не казнитесь. Рук до голов везде не хватает. С одного места сняли, на другое поставят. У вас же все здоровы. Ну вот. Ну. Ну. Так и плюйте на все эти обстоятельства. Конечно, ребяткам теперь потруднее будет, чем мы думали. Ну ничего, их дело молодое. Устроиться. Не баря. Не баря.
Так вот, Геннадию Петровичу квартиру дадут скоро. Очередь подходит. Годика через два обещали. Точно. Ну, а ты что скажешь? Я же не на Юрия Степановича женюсь. И молодец, что не на Юрия Степановича. Правильно я говорю? Правильно. Вот. До свидания, Игорь. А Наташа скоро приедет? Да на днях собиралась скоро. Ты не бойся. Ольга Макаровна, а я не боюсь. И вообще, почему все меня убеждают, что я должен бояться? Кого я должен бояться? Невесту свою, что ли? До свидания, Игорек. До свидания, Ольга Макаровна. Ребята, перекур. 5 минут и за работу. Ага. Мучили человека с претензиями. Гош, ты чего? Не горячись, Гоша. Пошел ты. Ты чё? Куда? Ну чего ты опять? Да я все думаю, прикидываю, Гошка. Это же так хорошо, это же прекрасно. Ты представляешь, как это здорово? А тебе что, сон приснился? Да нет, что ты, Гошка, здорово, не понимаешь. Ведь вы с Наташей, когда поженитесь, здесь поселитесь, правильно? Да так и мама сказала. Ну, вы с мамой стратеги. Что она еще сказала? Ну, она говорит, я возьму раскладушку и перейду на кухню. А вы с Наташей здесь, комната вам. А осенью я вообще на 100 месяцев в Курган уеду. И вернусь уже на своих двоих. А вы с Наташей здесь. Ну, точно бред. Сейчас отца разбудишь, он тебе мозги вправит. Или, может, влюблен в нее? Конечно, влюблен. Издалека, конечно. Да ты не волнуйся, Игорек, не отобью. Ну, спасибо, сэр. Пожалуйста, сэр. Ладно, давай спать. Я влюблен с 4-го этажа. Ведь Наташа, она такая. И вообще, что мне остается делать, как не любить? Хороший ты человечек, Коленька. Только все не так просто в этой жизни. С 4-го этажа. Да просто все, Гошка. Просто. Вот вы на улицах в транспорте толкаетесь и ничего не понимаете. А я дома лежу и все знаю. Все просто и хорошо. Все просто, просто. Спасибо. Поможете донести? С удовольствием.
Здрасте. Привет, Наташа. Счастливо, дочка. До свидания. Моих, разумеется, нет? Отец, Наташенька, на работу устраивается. Кажется, ушел. На какую работу? Ну, такую, Наташенька, работу, обыкновенную. Его же сняли с начальников. Скоро будете съезжать. Алло, это поликлиника детская? Мне срочно Ипатова нужна, Ольга Макаровна. Нет, она сама просила меня позвонить. Она ждет моего звонка. Привет, Ходящему, привет. Доченька, Кохачура, привет. Привет. Наташа? А ты же ушел? Я вернулся. Черным ходом вернулся. Документик один забыл. Я ее боюсь иногда. Кого? Лифтершу. Угу. А у нас тут без тебя кое-какие перемены. Малоприятные. Здравствуй, доченька. Папочка! Ну-ну-ну. Ну за что они тебя так, пап? Пап, ты жаловался, пап? У тебя же награды, пап. Ты жаловался, пап? А Юрий Антонович, он знает? Он знает и не помог, пап. Ну не молчи же, объясни. Ну, дочура, ну будет. Не надо, всякое бывает. Выкарабкаемся. Ну не огорчайся, дочура. Папа. Папочка, ты же сам на себя не похож. Костюм парадный, а не похож. Ну что ж ты, бедный, натворил? К сожалению, я не творил. Я не творил, а рос. Вот. Но оказалось, что в процессе роста делал не дела, а деяния. Чувствуешь разницу? Ты ведь филолог, дела и одеяния. Мне это все самому страшно любопытно. И куда же тебя перевели? А, никуда. Когда ты родилась, я ведь здесь, на нашем заводе работал. Вот туда иду. Согласно диплома. Согласно диплома, это понятно. Угу. Ну, может, ты все-таки расскажешь, что конкретно произошло? Сейчас некогда, дочура. Меня в 11 в бюро пропусков ждут. А ты давай отдыхай с дороги-то. Вечером поговорим. Ну? Дочура.
Настя, жесть. Две бабки, вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, все равно тебе. Здравствуйте. Центр. Доча, ну, здравствуй. Здравствуй, мама. Здравствуй, мой хороший. Ну что, хорошо отдохнула? Прекрасно. Ой, загорела как, да? Показать контраст? Нет, нет, не надо. Я верю. А мне чему верить прикажешь? Этому разгрому? Кто, я такая теперь? Ну как, кто ты? Ты дочка наша, любимая дочка. А дальше? Наташа. Что дальше? Дальше, мамочка, не отвечай вопросом на вопрос. Мы среди людей живем. Кто я для людей теперь такая? Ну как ты? Ты какая была, такая стала. Тебе ничто не касается, Наташа. Нет, мамочка, я другая. Я еще не знаю, какая точно, мамочка. Но другая, понимаешь? Достоинство другого улавливаешь. Ты погоди. После сессии одна доченька уехала, вернулась. А ей старая сплетница в подъезде говорит, ты другая. Я не понимаю, Наташа, что ты называешь достоинством? Мамочка, то, что называют достоинством, другие, понимаешь? То, что в анкетах пишут. Тихо. Пишут о социальном происхождении, тихо, а думают Наташа, о социальном положении. Тихо, мамочка, только не делай недоуменного лица. Тихо, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю? Ты понимаешь, о чем я говорю, мама? Я не понимаю, тихо. Мне страшно. Тихо. Ну, успокойся. Ну, чего ты? Ну, чего ты испугалась, глупенькая? Тихо. Где мне теперь бывать? Ну, тихо. Кому мне теперь звонить? Мамочка, ну почему ты молчишь, мамочка? Кому я теперь нужна? Успокойся, у тебя истерика. У тебя истерика. Тебя просто огорушили ни с того, ни с сего, а ты глупенькая придумала. Бог знает что, наивная и глупая. Ну, перестань. Доча, Наташ, у нас же никто не умер, правда? Ну, правда? Ну... А в жизни знаешь, как много тяжелых минут? У тебя это просто в первый раз. И совсем не самое страшное. Ты у меня умница, я тебе все объясню. Ты у меня умница, сессию на дни пятерки сдала, правда? Хочешь, я тебе ванну хвойную сделаю? Хочешь, а? Да. Дочь, вот, умница. Отдохнешь, успокоишься. А то, представляешь, папа тебя в таком состоянии увидит. Ему и так не сладко. Да? Угу. Ты все поймешь, дочь. Ты у меня умница. Умница моя хорошая. Хорошая моя. Друг сердечный, таракан запечный. О, и грянул гром, и боги спустились с Олимпа. Здравствуй, Володя. Будь здоров, как корова, плодовита, как свинья. А тебя как величать? Выдающимся деятелем Юрием Степановичем? Или можно, короче, Юрок? Ты знаешь, бывших экс-богов можно вообще никак не величать. А ты что так высоко забрался? Ты ведь вроде раньше вот... Там вот, Растем? А, ну да. Я даже запыхался, пока вскарабкался. Да что ты? Да, ну садись, раз запыхался. Ага. Да. И не довернешься бьют, и перевернешься бьют, да? Значит, я зря переживаю, что выше не поднялся. Даже до начальника цеха не дотянул. Сорока ворона кашу варила, этому дала, а этому шиш на голову. Галина Павловна,
А что у вас там за толчья на третьем модуле? Опять в программе сбой. Так, а кто там? Рижане возятся. Ясно. Они пусть, наших не подпускайте. Ну, садись. Спасибо, спасибо. Садись, Ирок, отдышись, раз запыхался. Я постою. О. Эх, в былые времена, как бы чарочка венца, два стаканчика певца на закуску пирожка для потешки девушка, вот тогда бы я тебя порасспросил, и тогда бы мне порассказал. О чем? Ну, тому виднее, у кого нос длиннее. А что может спрашивать дремучий сельский зритель заезжего гастролера? Каково у вас там? На подмостках? А, да пыль там столбом. Да что ты? Пылесосы включены на полную катушку. А я сейчас у директора был. На предмет? На работу просился. К нам. К вам? Ишь ты, лихо. Челентано. Ой, можно бы про эту песню спеть, да чтоб кого по уху не задеть. А ты знаешь, Юрочка, я бы в интересах производства тебя бы и на участок-то не поставил. А мы и не рвались. Да, кстати, в дирекции максимум лояльности проявили. Национальная особенность работала. Это которая? Костерят, хают за глаза, как свалят, жалко сразу. Так вот они мне и пятый, и десятый предлагали, но мне это виднее. Одно забыл, другому не научился. Опоздал, время прошло. Словом, по экономике пойду. В цех ширпотреба. Вот так, Володя. Сам понял, не сдюжу. Вот так вот. Что-то руки трясутся. По похмелье, без вина. Да, чудак-покойник. Умер во вторник, в среду хоронить, а он в окошко глядит. Ничего, Ирок. Главное, на дистанцию по новой становись. А там второе дыхание откроется. Закрутишься, затянешься. Вот тебе сказка, а мне бубликов вязка. Да, только матом сейчас ругать не разрешают. А я никогда и не практиковал. Ой ли? Честное слово. А у меня другие сведения. Или ты наших боссов без матюгов того? А то они ведь розовенькие из твоего управления возвращались и за нас брались. И все с чувством глубокого удовлетворения. Ну ладно, Юрий Степанович, сейчас селекторная закончится. И может по коктейлю вдарим? Фруктовым, разумеется. Спасибо, Володя. За что? За юмор твой. Ты знаешь, он у тебя с каким-то терапевтическим эффектом. Да, петь бы еще, да на животе тащу. Жена, представь, почему-то другого мнения придерживается. Почему? Ну, по поводу юмора и по поводу всего остального. Thank you.
Привет. Наташка. Ну, здравствуй. Как ты меня нашла? Наташка, ну я тебя спрашиваю. Я позвонила, а Коленька сказал, как найти эту забегаловку. Коленька знает даже те маршруты, по которым никогда не ходил. Давай пройдем, столик организую. Наташа, какая-то ты с юга, а такая... Так ведь обдали меня, Игорек, ледяной водой. Ты об отце? Ну, жалко мужика. А у нас с тобой ничего не изменилось? Ты серьезно? Вполне. Мои предлагают комнату. Это, конечно, не твои хоромы, но все-таки. Коленька номер два. Описываешь нехоженую дорогу? Разве это так плохо? Да многие мечтают о комнате. Ну, конечно. Мечтают жить в 10 метрах на стипендию, психовать друг на друга. Мечтают копейки считать. Мечтают выслушивать сердобольные тирады свекрови на кухне. Копить озлобление. А потом мечтают возненавидеть друг друга, через полгода ожидая ребенка. Ничего себе перспективочка. Наташа, у тебя появился кто-то? Дурачок. Игорь. Я много думала и поняла, что впервые вынуждена без эмоций всяких все рассчитать заново. Но нам-то с тобой надо как-то жить. Так не надо. Наташа, ну послушай. Я ничего не знаю. Я просто ушла из дома. Там дух больной, обреченный воздух. Перевернулось все. Перевернулось. И не обижайся, Игорь. Но 27-го свадьбы, наверное, не будет. Но пока не будет, Игорь. Это нечестно. Жениться в такой ситуации. Мне и так тяжело, Довое. А тут еще мать заставила лекарство пить какое-то, голова тяжелая. Ну иди. Тебя халтура ждет. Значит, все. Конец любви. Гошенька, ну разве в этом дело? Люблю, не люблю. Детский сад какой-то. А в чем? Да в том, что теперь мы должны думать, как именно нам любить. Ну на каком уровне, если хочешь? В ночном подъезде, говорят, тоже любят. Ну тогда я ничего не понимаю, Наташа. Ты все прекрасно понимаешь. И дом у себя психуешь, обстановка для тебя не та. А меня тянешь комнату. Значит так. Я тебе просто передал предложение родителей. Спасибо, учту. Иди. Игорь. Ну что еще? Я завтра на дачу собираюсь. Надо забрать мелочи кое-какие. Ты сможешь со мной? Завтра? Угу. В любое время. Я завтра свободен. Побойтесь Бога, вы сами цены назначали, мы всегда брали не торгуясь, а теперь в три раза дешевле, ну. Олечка, голубушка, цены не мои, вы понимаете? Я посредником была. Между прочим, услугу оказывала. Прекрасно это понимаешь. За сколько мне хозяин говорил, я тебе за столько и отдавала. И как вы не боитесь? Откуда ты знаешь, боюсь я или не боюсь? Боюсь. Между прочим, своими трудами живу. Между прочим, нелегкими.
И по постановлениям хожу. Натулечка! Ой, господи, боже мой! Все, все, ухожу. Может, еще и свидимся. На одно такси. Страшный разор. За остальным завтра приеду. Или, может, не заезжать? Завтра, завтра. Созвонимся. Хорошо. Гнида, ты представляешь? Ой, Наташенька, а я не слышал, как ты пришла. Добрый вечер, папа. Добрый вечер. Что же вы раньше не замечали, кто такая Инга? Да ну ее, говорить о всякой неохота. Сейчас неохота. Ты встретился на заводе? А с кем? С кем должен был встретиться. А, ну конечно. Юрочка, я пойду приготовлю ужин. Ладно. На меня не рассчитывай, спать буду. А может... Спасибо, мама, ты меня уже накормила транквилизаторами. Спокойной ночи. Мамочка, а что это вы с папой за аукцион с вещами устроили? Деньги нужны. На отца сделан огромный начет. То есть как? Ну, как бы тебе это объяснить? Просто он должен вернуть в бухгалтерии определенную сумму. Которую украл? Да бог с тобой. Просто отец санкционировал не совсем законный ряд выплат в интересах дела. Без малейшей корысти. Ясно. А что, у папы на книжке денег нет? 640 рублей оказалось. Почему? Что почему? Почему так мало? А, я не знаю. Знаешь, я никогда не считала для себя возможным вникать в финансовые дела отца. Благородно вы жили. Я не понимаю твоей иронии. Это не ирония. Это сарказм. Защитная реакция организма. Дело-то ведь не поможет, если я буду рвать волосы на голове. Да, не поможешь. Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи. Подъем! 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 Ой, только не делай новых глупостей. Надо же, целый список составил. Сначала давал кому ни попадя, а теперь... Унижаться, требовать. Ты это умеешь? Нет. Я тоже не умею. У кого совесть есть, сами отдадут. Но тот же Георгий Георгиевич... Мне не хватало еще его теребить. Оля, Георгий достаточно близкий, наш друг. Правильно, и Наташин педагог. Знаешь что, давай-ка теперь стратегию твоего поведения буду я определять. Слишком долго я от этого самоустранялась. Тебе к которому часу на завод? К 9 договорились. С жильем все не решат. Замечательно. Хватит валяться. Подъем. Ой, Наташка, наверное, уже ванну освободила. Ты дала отбой? Угу. Ни о какой свадьбе быть речи не может. Жить нет, нищета. Ну, Игорь, такой замечательный мальчик. Таких теперь не найдешь. Столько лет за тобой ухаживал. Мне по хозяйству помогал. Мамочка, ну при чем здесь какой Игорь? При чем здесь твое хозяйство? Погоди.
Вот. Что это? Страховой полис. Не хотела тебе говорить. Хотела сделать сюрприз. Свадебный подарок. Свадебная страховка. Личный подарок. 5000. Мне. Тебе? Угу. Ипатова Наталья Юрьевна, 5000. 5000 это немало. В нашем положении это очень много. Это честно заработанные деньги, скопленные за много лет. 3000, конечно, пойдет на погашение отцовского долга. Так он избавится от своего начета. А 2000 я планировала вам подарить. Спасибо. Это меняет дело. Это меняет дело. Быстро звони Игорьку. Я позвоню. Позвони сейчас. Мамочка, командуй отцом. Меня пока из института не отчислили. Наталья, последи за своим тоном. Хорошо, мамуль. Послежу. На то сели. Теперь только на следующем можно выйти. Ну, а куда же ты смотрел, когда мы садились? До ближайшей электрички 50 минут. Перерыв попали. Быстрее пешком доберемся. Пошли пешком, полезно. И что же, в этом чертовом пансионате к тебе никто не приставал? А почему это вдруг пансионат стал чертовым? Ну а какой же он еще? Я так давно тебя не видел. Ну, если бы я тебя взяла с собой, ты бы потом рассказывал, упиваясь друзьям, об обстановке в номере, о сервисе, да? Да. Красивую жизнь ценю, ибо устал от некрасивой. И все-таки ты уклоняешься от вопроса. Какого? Ну, по поводу... Соискателей хватало. И кто же победил в турнире? Победила дружба. Игорек, ты бы избавился от этой плебейской привычки ревновать. По-моему, ты меня давно знаешь, у меня не стоит проблема, над которой бьется телепередача до 16 и старше. А над какой проблемой бьется телепередача до 16 и старше? Грубо говоря, куда и с кем пойти. И что лучше, клуб или дискотека? А окружающие мне неинтересны. Одни папенькины, маменькины, сынки и доченьки, пижоны. Ну и серьезный ты человек, Наташка. Аж страшно становится. Я человек разумный. Наташка, а почему ты согласилась стать моей женой? Ну, согласилась же, разве тебе этого мало? Нет, ну почему? Ну, во-первых, я давно тебя знаю. По сути, ты человек надежный, это раз. Ты мужик, это два. Не будем тратить время на ссоры и на примирение. В-третьих, ты любишь меня. Ну, а я знаю, чего ты хочешь сейчас и будешь хотеть потом. Достаточно? Смутная какая-то арифметика, Наташа. Наоборот, ясная. Только теперь мои соображения летят далеко-далеко из-за папки. Устроила жизнь игрушку.
Не понял, как игрушку? Литературно говоря, голодное послевоенное поколение, трудное детство, становление личности в суровой борьбе за место под солнцем. Вот он отвоевал это подобие власти. Такого ведь и не снилось. А тут машину товарища Ипатова к подъезду, знай наших. Смешно. О чем думал, на что рассчитывал? В итоге у него сбережений кот наплакал. 600 рублей. Ничего себе кот наплакал. Больше 500 все-таки. А вот. Почти 12 000. Раскидано по знакомым и незнакомым. Слушай, а ты знаешь, кто это? Какая разница? Да ты что, это же наша знаменитость. На всех магнитофонах накручен. Вот это да. И папаша туда же. Натура щедрая, широкая. Надо, не надо, гуляй, Юрочка. Даже с молодежными кумирами. А с друзьями детство вспоминает, как мерзлую картошку ел. А матушка интеллигентно закрывает на все глаза. Глупо как все. Наташ, ну что ты? Что ты завелась-то? Да отстань ты! Этого еще не хватало, у Киреевой гости. Ну и что, музычку послушаем, у них всегда свежие диски. Слушай, если сам не понимаешь, то хотя бы не лезь. Мне не нужны злорадные соболезнования. Пойдем кругом. Есть. Чего здесь? Надо. А в дом не пойдем? А дом теперь не мой, отрезан. А родители шмотки заберут. Ух ты! Бриллианты, что ли? Настоящие? Отец 2 года назад подарил. Матушка ничего не знает, с тех пор и лежит. А отец наверняка не помнит, когда дарил. Под датой был. Теперь пригодятся. Ну и что же нам светит жильем, папочка? Не густо, дочура. Две комнаты в заводском доме для семейных. Временно, конечно. Временно. Ну, разумеется. Прекрасно, временно. Вас с мамой послушать, так нам 2 века предстоит жить. Перестань, Наташа. Чтоб там ни было, так разговаривать со мной ты не имеешь права. Как, папочка? Издевательски. Вот глупости, тебе показалось. Ну разве может дочка издеваться над отцом-неудачником? Это ты, Наташа, называешь меня неудачником? Ты? Я? Удачливые люди продумывают и доводят игру до конца. А тебя вышибли. Взялся и не смог. Что ты несешь? Правду? Вы же с мамой всю жизнь от меня требовали одну только правду. Да какую правду ты можешь знать и понимать? Папочка, правда одна. У нас в институте на филфаке проходят теорию драмы. Понимаешь, папочка? Мы изучаем пружины, которые двигают героями. Наташенька, прошу тебя, не надо сейчас так разговаривать со мной. Ты не судья, дочка, не следователь. Ты мой самый близкий, кроме матери, человек. А я сам прекрасно знаю, как виноват и в чем виноват. И не суди, дочка, не надо этого сейчас.
И раз ты такая образованная, начитанная, раз вы что-то там проходите, то почувствуй хотя бы мое состояние. Почувствуй, что происходит со мной. Муторно, Наташенька, больно. А я чувствую. Ты слабым оказался. Жалко. Да откуда ж такая глухота? Только не надо короля Лира. Ты, Альхин. И это, к сожалению, тоже правда. Кто я? Голубой воришка, которого шлепнули по руке. Из 12 стульев, помнишь? Начальник богадельни. Альхин. Ни в чем не отказывали. Ты требовала, она вроде умеренно. По-здравому. Ты не требовала практически. Я уважал ее за это. За то, что не зажирается. И вдруг такая реакция. Это все понятно. Она просто не привыкла лишаться. Вот реагирует заостренно. Все пройдет, вот увидишь. Какой Розе переболеет и снова здорова. Тебе, как практикующему врачу, виднее. Вот именно. Давай спать, а? Завтра день тяжелый. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Значит, у вас именно свадебная страховка, да? Именно свадебная. Ну, прекрасно. Так что вы волнуетесь? Вы получите свои деньги сразу после регистрации брака. А получит тот, кто страховал меня, или получу я? Нет. Тот, кто вносил взнос, денег, к сожалению, не получает. Деньги получает брачующийся. Значит, я. Значит, вы, если вы выходите замуж. А если не выхожу? Тогда, к сожалению, вы ничего не получаете. То есть вы получили бы деньги, если бы была застрахована просто ваша жизнь. То есть с детства, понимаете? А в данном случае, в конкретном, имеет значение именно брак. А если я вообще не хочу выходить замуж? А почему? Это же противоестественно. Вот. Это во-первых. А во-вторых, вы все равно получите свои 5000. Не выходя замуж, но по достижению 25-летнего возраста. Вам, извините, сейчас сколько? 20. Какой прекрасный возраст. Еще не сделано столько ошибок. Да, но разве вы предпочитаете свободную любовь крепкой ячейке и живым деньгам? Зачем вам это? Вас это устраивает? Не устраивает. А в чем дело? Идите, бегите, брачуйтесь. Честное слово, елки-палки. В чем дело? Что за сомнения? Это действует даже против интересов собственной фирмы. Спасибо. До свидания. До свидания. Приходите еще. Непременно. Жду. Алло, Игорь, ты не спал? Понятно. В общем так, мне нужно, чтобы ты взял талоны, да, в салон для новобрачных, и деньги отложенные. Нет, все будет так, как я назначила. Да, я решила. Игорь, это не телефонный разговор. Давай с тобой встретимся минут через 40 около салона. Нет, Игорь, давай лучше через час. Я по дороге в институт загляну. Но пока. Членом ученого совета представляется соискатель степени кандидата филологических наук. Защита у нас Ипатова. Прошу, товарищ Георгий Георгиевич, позовите. Вам слово. Никак не могу. У нас диссертант приезжий, не наш. Тогда передайте, пожалуйста, ему записку. Нельзя нам обойтись и без такого отдела творчества Александра Петровича.
от него сонеты. Я думаю, у всех на устах эти замечательные строки. Когда вступал я в свет, вступив в него вопил, как рос младенчество влекомый к добру нраву, со плачем променял младенческую забаву, растя был отроком, наукой мучим был. Возрос, познал себя, влюблялся и любил, и часто я вкушал любовную отраву. Я в мужестве хотел иметь и честь, и славу. Значит так, тебе нужны приличные туфли, пару сорочек и главное костюм. Только не черный, лучше комбинированный. Не светленький, а пиджак темный. Как скажете, мисс. А вам что будем покупать? А мне ничего не надо, у меня все есть. Спасибо, хоть мои вещи не тронули. Кто? Родители, они шмотки за гроши продают. Наташка, ну должен же я тебе что-то подарить. Подаришь наличными? Кстати, после свадьбы у нас будет 5000, это не считая продажи кольца. Слушай, откуда такие деньжищи? Мать застраховала, за всю мою жизнь набралось. Им дают 2 комнаты в заводском доме. Только уж лучше бы уезжали совсем, чего позориться. Папе предложили другой город с квартирой, а он отказался. Глупит, глупит папочка. Слушай, а где здесь обувь-то? Не знаю, там, наверное. Да пошли мерить? Пошли. Мне надо прописаться у вас. Получится 5 человек на 24 квадратных метра. И сразу же надо вступать в кооператив. Мне помогут по старой памяти. Да и все права у нас будут. Главное сейчас отделиться. От всех отделиться. Вот эту пару померяй. Да ты что, 60 рублей. Ну, за 40-ник есть гораздо лучше. Качество кожи совсем другое. Мери, не мелочись. Наташ, а ты не торопишься? Ну, с отделениями этими, с кооперативом. Нет, не тороплюсь. Надо все начинать с нуля. И самой. А денег хватит не только на первый взнос, но и на несколько лет квартиру оплатить. Главное, это своя крыша над головой. А мебель родители дадут, не потащить же они в общагу. Да и мои старики скоро должны получить квартиру. Ну что твои старики? Эту ведь они тебе не оставят. Да и старики твои не старики, у них Коленька. Разведемся, вот тогда к нему идешь. Здравствуйте, Наташенька. Приплыли. Шучу. Поженимся, там видно будет. Надо самостоятельно жить начинать. Туфли не жмут. Отец теперь не поднимется, это точно. Значит, расчет только на себя. Чтоб даже забыли, что я Ипатова. Гребенькова я. Туфли не жмут, я спрашиваю. Нет. Ну тогда выписывай, чего рассиживаться. Да, и вот что, Игорек. Отзвони своим приглашенным и скажи, что ресторана не будет. Ну, Наташ, это совсем уж как-то не по-людски. Игорек, тебя что, не тошнит? После твоих халтурок и подобных свадеб. Исчезла такая возможность. Устрой заранее мальчишника, не будем спорить, договорились? Ладно. Тогда поезжай. А ты? А мне нужно в институт встретиться с Георгием Георгиевичем. Пока. Я ничего не понимаю. Какой петух клюнул Наташу? Ни с того ни с сего переводиться на заочное отделение тебе. С блестящей успеваемостью. Когда ты это придумал? Сегодня. Молниеносно с ума сошла. А как родители? А что родители? Ну, как они отнеслись к твоей безумной затее? Ну, а при чем здесь родители? Это же я решила. Ну, знаешь ли. Ну, почему? Объясни. Георгий Георгиевич, вас что-то волнует? Я все-таки тебя от рождения знаю. Ты даже мне однажды костюм обмочил, в то время единственный. Так я же выросла. Я перестраиваюсь, сейчас все перестраиваются. Мне на жизнь нужно зарабатывать самой. И не через 3 года, а завтра. И каким образом? А вот об этом я хотела попросить вас. Ну? Журчин, зампред телекомитета. Вы с ним когда-то учили в школе. Он ваш старый приятель. Ну, было дело. Половина телевизионщиков и родителей из этих аудиторий. Так помогите мне устроиться в штат.
молодежную редакцию или в Лидраму. Ничего, что будет маленький заработок. Для начала хватит. Мне главное зацепиться. А в деле я себя проявлю. Ну, Наташенька, нынче не так просто. Сразу штат. А вы не волнуйтесь. С 27-го у меня будет новая фамилия. Гребенькова. Запишите на память. Знаю отлично Игорька Гребенькова. Но дело-то не в нем. Дело в фамилии. Социальный статус совсем иной. Улавливаете разницу? Ты так легко отбрасываешь фамилию. Почему отбрасываю? Закон на меня. Я не хочу быть папенькиной дочкой. А такое желание должно приветствоваться. Есть какие-то проблемы? Ну, знаешь, Журчин закрутить может. Отказать просто. Ты же в такую организацию сразу рвешься. Понимаю, понимаю. А вы постарайтесь, Георгий Георгиевич. Я для вас в свое время старалась. Это когда? А помните, когда вы поздно вечером позвонили из Клайпеды? Вы тогда с Ниной Осиповной отдыхали с кафедры общественных наук. Якобы на заседании, помните? Так вот, утром отец не мог, и деньги телеграфировала я. 500 рублей. А вечером пришла ваша жена, Нина Викторовна. Пила с матушкой чай и жаловалась на то, как вы часто болеете после каждой командировки, как вас гоняет хвостик в гриву на заседании. А мамочка отклевала головой. Нет, но эти воспоминания к нашему разговору никакого нет, отношения конечно, не имеют. Нет. У тебя, кажется, в газетах публикации были. Да, одиночек, две рецензии и заметки. Так принеси вырезки, они мне понадобятся в разговоре с Журчиной. Спасибо, Георгий Георгиевич. Вы новую фамилию запомнили? Запомнил. Мы договорились? Договорились. До свидания. Пожалуйста, могу я видеть Александра Михайловича? Так и не видели. Разве вы его не видели? Простите, а кто вы? А вы кто? Я никто, я по делу. Ну, я тоже никто. Ну, подождите. Ой, раз по делу. Здравствуйте, Александр Михайлович. Привет. Ты с кем, девочка? Я одна. Одна? Смелая. Настя сказала, ты по делу. Я концертов не даю. Ты знаешь, кризис, извини. А я не по поводу концертов. Это уже интересно. Уже интересно. Я дочь Юрия Степановича Ипатова. Ипатова, помните? Ипатова, Ипатова. Это дача в Поклевке? Была в Поклевке. Поминаю. Подождите, почему была? Видите ли, у него тоже кризис. У чиновника кризис. Это еще интереснее. Это сейчас модно? Ну, не кризис, а материальные затруднения. Ему самому неловко, вот. Неловко. Значит, на дачу меня по ночам возить было ловко. А теперь неловко. Метаморфоза не находит. Ему правда очень нужны деньги. Всем нужны деньги. Саш, тебя к телефону. Подождут или перезвонят. Значит так, во-первых, эти деньги он мне дал сам. Во-вторых, они мной, ну, по здравой логике заработаны. И в-третьих, я же сказал, что отдам.
Ну, когда смогу. Ну, может, можете сейчас? Сейчас. Эти мне современные меценаты. Нет, если вы не можете, я приду в другой раз. А вас так необычно. Это что же именно? Ну, а один мой приятель заслушивается вашими записями. Кстати, вдруг он вам пригодится? Может, талант? 20 кассет у меня этих талантливых приятелей. Кому он пригодится? Вам и вашей группе. Какой группе? Я же сказал, не даю концертов. Не даю концертов, все. Подожди. Так, граждане, деньги на стол, от кредитора надо избавиться. Кто сколько может? Как только... На, возьми. Не жалко. Детей. А в чем дело-то? Да девчонку послали, как только не жалко. Вот тут все. Не волнуйтесь, давайте сумочку. Александр Михайлович, можно в другой раз? Можно, но не нужно. Знаете что, дети в роли кредиторов, в общем, до свидания. До свидания, до свидания. Прощайте. И передайте мой привет родителю. Надеюсь, он не совсем еще лопнул. Представительный мужчина. Тут все в порядке. В подъезде пересчитаете. До свидания. Поклон семье! Вот мчится тройка удалая вдоль по дорожке столбовой, и колокольчик дорвал дая, звенит уныло под угой. Ты ничего не перепутал, Игорь? Я думал, вы в курсе Наташных соображений о страховке. Поблагодарить хотел. Глупо получилось. Зря я. А чего ты ждала, Ольга? Все логично. Все чертовски логично. Это не так. Это не так. Еще как так? На копеечках споткнулись, грохнулись. Что там, чин кресла? Вот он, удар. Это не так, Юрочка, Юрочка, это не так. Этого не может быть, Юрочка. Этого не может быть, Юрочка. Этого не может быть, Юрочка, не может быть, не может быть. Ну почему же не может? Итог-то налицо, наша доченька. Она будет расти, мужать, и моих мелкотравчатых ошибок не совершит, будь спокойна. Она умная, тонкая девочка, а я... Я просто Альхен. Кто? Один прохоз из 12 стульев. Болтун ты, Игорь.
Наташенька, доченька. Георгий Георгиевич звонил. И Игорь вот заглянул. Ну и что? Ты принимаешь решение, не посоветовавшись. А о чем советоваться? О деньгах. Например, о страховке. Мне кажется, у нас общие трудности семейные. Нас трое всего. Я пойду. Останься. Никаких тайн у меня нет. И ничего противоестественного в моих поступках тоже нет. Ну, Наташа... Ты заговорила о деньгах, мама. Да, и о деньгах в том числе. Чужие мне не нужны. Это одни деньги. Деньги вашего должника. У вас проснулась интеллигентность, вам неудобно жить. И я помогу вам вернуть часть этих денег. Вот. Здравый смысл позволяет мне совершать самостоятельные поступки. Но есть и другие деньги. У нас случилась беда, правильно? Правильно. Ты вчера на кухне за завтраком сама сказала, что застраховала меня от беды, от нищеты, от чего угодно. И ты совершила мудрый поступок. Но, мамочка, застрахована-то я, ваша дочь. У меня нет профессии, у меня нет доходов. Не вы, а я начинаю жить. И страховка нужна мне. Мне предстоит заново утверждаться уже вне зависимости от вас. А 3000 вам погоды не сделают. А для меня это разница. 2 или 5. Это разница. И хватит об этом. Но неужели мы будем ссориться за каких-то денег? Мамочка, папочка, это не в традиции нашей семьи. Не в традиции. Одевайся, Ольга. Пойдем гулять. Куда пойдем? Ну, может, в кино заскочим на последний сеанс. А в какое кино-то? Хорошо попасть на дурацкую импортную комедию. Знаешь, очень помогает. Почище перепелиного помета. Какого помета? Без дерьма, говорю, перепелиного помогает. Идем. Ой, больно. Чего? Смотрю. Не надоело? Нет. Я тебя такой никогда не видел. Какой? Безжалостный? Мне самой трудно. Но только как иначе? Жалостью хочешь. Правильно. Так гораздо легче. Папе тоже сначала жалко было отставать от других. Потом ему жалко терять своего места. Потом ему нас с мамой жалко стало. Вдруг, если брыкнется, его могут с места турнуть. И семья потеряет многое. Вот он и не брыкался. Жил, как требовалось. А мамочка боялась разрушить в доме атмосферу благополучия и любви. Жалела свою доченьку, ее молодую психику. А муженек пусть как хочет.
Игорек, ты же не Коленька. Ты же должен понимать, к чему приводит такая жалость. Надо все начинать сначала. На развалинах и без жалости. Да. Что да? Я боюсь тебя, Наташа. Ты на машину похожа какую-то. Давай подождем со свадьбой. Давай. Только завтра ты будешь просить прощения за эти слова. Не буду. Будешь. Игорек, а ты меня бояться не будешь, если я дам тебе расписку в том, что со всеми буду поступать, как хочу, а с Игорьком Гребеньковым жалостливо? Хватит! Бессильно я верю, но я не могу быть таким! Родители меня таким не воспитали, ясно? Прости! Игорь! Игорь! Гошенька! Ты придешь завтра? Тебе не нравится, что я делаю? На цели-то от своей ты не откажешься! Из грязи бы в князи, вот твоя мечта! Ты придешь завтра и попросишь прощения. И я тебя прощу. Потому что любила тебя за целеустремленность. Ты слышишь? До завтра, Гребеньков! В сумочке нет ничего съестного? Ты что, проголодался? Да нет, чайкам бросить. А, нет. А то я боюсь, они нас сожрут. У меня ничего нет съестного. Ну, тогда пойдем. Куда? Куда?